буквально пару слов скажите, как что произошло и из-за чего. Ну вот тормоза отказали и все, больше ничего я не могу сказать. Ну а вы откуда ехали? Я ехал с Палисадного вниз. Ну а у вас в салоне сколько пассажиров находилось? 5 человек было. А пострадало сколько? Ну, пострадало 3 человека и легкой тяжести. Угу. А вот там говорят, что у одной женщины перелом ноги был в нескольких местах. Нет, там не было. А скорость-то большая, что у вас было? Ну, 40 километров в час где-то вот так. Угу. Никак не получилось остановить, да? Никак, ни передачами, ни ручником. Ну, пытались, не получилось никак. А давно техническое состояние проверяли в автобусе? Ну, позавчера с ремонта только. Ладно, как зовут вас еще? Меня Али. Али, спасибо большое. Вы же все записали, что меня не позвали пока?